We wanted to start this concert off with some words of gratitude for all of you. Gratitude for the fact that we are all here and that during this difficult time, we all decided to help people who are struggling, who are hurt, and who need this help more than ever. Thank you. Everyone right now is feeling the same pain in their soul. This hurt. Hurt because of the distance we are at now. Hurt because of the feelings and of helplessness and fear. Hurt from the fact that we are unable to change what has happened. We are worried for our family, for our loved ones, for our friends, no matter where they. But this hurt should make us apathetic, especially when this tragedy is happening in front of our very eyes. За горизонтом просыпается день, укутавшись в ладони облаков, умывается от бешеных строк вчерашних новостей. Где-то, где-то там снова строится в ряд, маршируют дрова по умам и головам. Но выстрелы слова и слева, и справа, по умам и головам. Но выстрелы слова и слева, и справа, где-то, где-то там разрушает стены и вновь воздвигает. Все смоет времени вода, ни от стен, ни от слов, ни от нас, не оставив ни следа. Они поняли, как все изменить, но рассвет незаметно для них повернул шар земной, где серые стада проснется от сна, где не будет людей, утонувших в деньгах, позабывших свои имена, где попы и президенты уйдут на покой, незаметно для них поверну шар земной. Хватило каких-то пары часов, а может, не хватит еще тысячи лет, чтоб дойти туда по прямой. Частично восставший из ада. Наше общее детство прошло на одних буквах. Случилось что-то в городе моем. Бульвары распахнулись, словно крылья. А просто скука, смытая дождем, была, как оказалось, только пылью, и мир.
пожалуй, можно изменить. Пусть станем мы добрее и старомоднее, доверчивее, наивнее любить. Случилось что-то в городе моем. Спасибо за поддержку. Do точка побежали.